Величественен облик Дома народных собраний в Пекине. Это основное место проведения важных политических мероприятий партийного и государственного значения. Зал для встречи гостей Дома народных собраний – важное место проведения руководителями КНР встречи иностранных гостей и фотосессии во время государственных банкетов. Зайдя по длинной лестнице, вы окажетесь перед огромной картиной «Как прекрасна страна». Это полотнище шириной 9 метров, высотой 5,5 метра, площадью почти 50 квадратных метров. Образом для него явились стихи Мао Цзэдуна «Снег», описывающий пейзажи Родины внутри Китайской стены и за ее пределами, великие реки, цветущие виды всех сезонов года. Это единственное полотно, лично подписанное Мао Цзэдуном, а также самая большая в истории Китая картина, нарисованная тушью. Этот непревзойденный монументальный пейзаж был завершен в 1959 году, накануне 10-й годовщины Дня образования КНР. Таящий в себе особый политический смысл и художественные требования, этот пейзаж вышел из-под пера Фу Баоши и художника Гуань Шаньюэ, который был младше его на 8 лет. Тогда Фу Баоши было 55 лет. На этих фотографиях изображены сцены создания Фу Баоши произведения «Как прекрасна страна». Воспоминания Гуань Шаньюэ. Перед нами стояла важная политическая задача. Время вынуждало нас работать в большом напряжении. Но, тем не менее, Фу Баоши часто отлучался, но вскоре тихонько возвращался. Вначале это приводило его в полное недоумение. Сегодня, по прошествии полувека, когда туристы, осматривающие Дом народных собраний, делают фотографии на память, они могут услышать такую информацию. На этом холсте, как прекрасная страна, проступает густой аромат вина. Лишь потом Гуань Шаньюэ узнал, что Фу Баоши постоянно тайком отлучался, чтобы выпить несколько глотков вина, после чего он возвращался и самозабвенно углублялся в творчество. Этот аромат вина просочился в картину. Эта печать всю жизнь была самой любимой у Фу Баоши. Говорят, что только когда он рисовал наиболее удачные произведения, он с силой ставил оттиск в углу холста. На печати выгравировано «Часто в опьянении». Видимо, так Фу Баоши хотел сказать людям, что наилучшие его произведения получались только в опьянении. Увидев эту печать, мы невольно начинаем сомневаться. Как же всегда такой осмотрительный Фу Баоши пристрастился к вину? Как вышло так, что для того, чтобы рисовать, ему нужен был алкоголь? Вплоть до того, что без этого он не мог рисовать. Дом номер 132 на улице Ханькоу-Силу в городе Нанкин – последнее жилище, в котором жил Фу Баоши. Он не прожил здесь и 2 лет.这就是傅抱石先生的画室，大家来看，这个是傅抱石先生当年作画时候还留下的墨迹。好，你看他这个比傅抱石先生最善于用那个山马毛，大家来看傅抱石先生的这个收藏，哎，这是仅仅是一部分，他喜欢陶器啊，这是陶代的瓷器，对对对，这还有铜，跟他同时代画家相比，他已经是很简朴的。 哎，大家特别要关注一下这个酒瓶子，这个很有意义。当年他画江山如此多娇的时候，一个酒瓶子非常能保留到今天，非常珍贵。哎，那полке антиквариата
В одном ряду со старинными редкостями неожиданно оказалась бутылка в уже пожелтевшей обертке. Можно ли себе представить, что в последние годы своего творчества Фу Баоши был неразлучен с вином? Картина отца, пьющего алкоголь, еще свежа в памяти его детей. Итак, когда же началось такое, что в повседневной жизни и творчестве Фу Баоши нуждался в вине? В апреле 1939 года, эвакуировавшись вместе с третьим комиссариатом политотдела в Чунцин, Фу Баоши пострадал от сильных бомбардировок, продолжавшихся уже более года. Паника при укрытии от бомбежек составила первые впечатления от Чунцина. Над ним и его семьей постоянно висела угроза смерти. Это западный пригород Чунцина Динганпо. Весной чаще под откосом прячется хижина. Это место жительства Фу Баоши в Чунцине во время антияпонской войны. Как сам он метафорично говорил, горный кабинет Фу Баоши под Динганпо. В те годы вместе с Фу Баоши, кроме жены и тещи, последовали и трое его маленьких детей. Вся семья, живущая на одну лишь ничтожную зарплату Фу Баоши, с трудом сводила концы с концами. Поэтому он одновременно работал в ряде учебных заведений, в том числе в Центральном университете, в Государственном художественном училище. Опасность для домочадцев во время военной смуты, усталость от работы, нищая жизнь – все это, наслаиваясь друг на друга, давило на Фу Баоши. Ему было 36, и он впервые в жизни почувствовал, что ему жить тяжело. И когда накопившаяся в сердце гнетущая тоска не находила себе выхода, погреб с запасами самогона домохозяина изменил жизнь Фу Баоши. 那个地方呢有个地主，他呢就常常会把当地的土酒啊拿来给我爸爸喝，他把土酒啊埋在地下，所以我爸爸呢后来常常会叫我哥哥他们去拿个瓶子到那儿去吊，就拿那个酒，所以后来就酒量就喝出来了。Будучи выходцем из бедняков, всегда осмотрительный Фу Баоши, пожалуй, и подумать не мог, что однажды жизненные невзгоды заставят его добровольно искать утешение на дне бокала. И тем более он не мог предположить, что вскоре это станет успокоением для его нервов, а алкоголь, от которого люди теряют контроль, поможет ему совершенно изменить свое творчество, достигнуть абсолютно новых границ. Это стоящий на берегу реки Дзялиндзян Чунцинский университет. Сосновый лес в университетском городке – это прежнее место переместившегося в Чунцин Государственного центрального университета времен антияпонской войны. В августе 1939 года, отказавшись от работы в третьем комиссариате, Фу Баоши преподавал здесь. В этом актовом зале 7 июля 1937 года Фу Баоши внимательно слушал наполненные энтузиазмом речи Джо Энлая и Го Можо о войне с агрессорами и сам испытывал душевный подъем. В то время жизнь Фу Баоши была как бешеный поток. Ранним утром он пешком отправлялся на занятия в Центральный университет по длинной горной тропинке. Путь его составлял примерно 7,5 километров. А потом он шел на причал, чтобы переправиться на другой берег и пойти преподавать в Государственное художественное училище, а вечером той же дорогой возвращался в Динганпо. Этой утомительной дорогой он ходил 7 лет. Проходя по этой дороге,
Фу Баоши нашел свое место в специфическом климате Сычуани. Он, наконец, почувствовал облик пейзажа. Впоследствии в статье он написал: «Если ты рисуешь пейзажи, и тебя не берет за душу Сычуань, значит, ты не оправдал доверие сычуаньских пейзажей. Нельзя и словами описать, насколько красивы пейзажи в тех местах, где я часто бываю, в нескольких десятках километров вокруг Динганпу. Будь то дерево, будь то травинка, лощинка или холм, повсюду объекты рисования для живописца. Туманная дымка, безбрежность и величие – все то, что не изведали и не осмелились бы изведать люди на юго-востоке». Постепенно чудесные пейзажи, которых насыщешь на юго-востоке, словно наполнялись волшебной силой, непрерывно разжигая чувства Фу Баоши, порождая в нем желание высказать все, нарисовать все на бумаге, как живое. Несмотря на то, что детство Фу Баоши провел в трущобах, он унаследовал от матери вольный прямой характер. Больше 10 лет исследований теории искусств и гравировки печатей снова сделали его рационалистичным и осторожным. И когда рассудок подавлял пафос, мешал выражать себя в искусстве, он и не мог подумать, что алкоголь, призванный разгонять ежедневную скуку, для него станет катализатором прорыва. Поэтому в один из осенних вечеров 1941 года при тусклом свете на чердаке Фу Баоши, выпив несколько бокалов вина, с приливом чувств развернул бумагу и начал рисовать. Возможно, в полупьяном состоянии он уже больше не обращал внимания на традиционные методы. Его кончик пера шквалом обрушивался на сюаньчэнскую бумагу, штрихуя и ретушируя. Так родилось полотно «Динганпо Шунцин». Именно начиная с этой картины, Фу Баоши создал небывалый способ. Он изображал Сычуань, как он видел ее. Потом такой способ выражения в мире искусства Китая был назван штрихом Фу Баоши. Фу Баоши действительно в своих рисунках вложил кунг-фу, создал Чунцин, 39 до Чунцин, и до 11-12, это начал рисовать. 他一支大笔，多少久啊？大笔一挥，啊，这一挥啊，就出来了新的风格。 Год спустя, в октябре 1942 года, Фу Баоши организовал в Цунцине индивидуальную выставку 1942 года. Небывалая в истории Китая пейзажная живопись впервые была выставлена на всеобщее обозрение. Эти произведения искусства с сильным индивидуальным стилем Фу Баоши не только привели в изумление Сюй Бэйхуна, Гомужо и других прославленных деятелей искусства и культуры, но и вызвали ажиотаж во всем кругу искусства военного времени. Однако, насколько же Фу Баоши был пьян, когда творил? Какую же роль сыграло вино в его творчестве? Ответы на эти вопросы мы не сможем найти. Остается только предполагать. Мы обязательно должны понимать, что «一挥而就» — это очень серьезная вещь. 所以鲍叔先生画画呢，从他的放，从他的收，是有度的，有章法的。真正喝醉了，我认为已经不在这个绘画状态了。但是这个酒喝了一点以后，在微醺状态的时候是非常好的。 В глазах дочери, выпив вина и приступив к рисованию, он достигал небывалого состояния. 我爸爸有个特点，这个呢和别的人喝酒不一样。别人喝酒以后啊，马上就会松散下来，而且是越喝呀越糊涂。而我爸爸喝酒画画，他的气象是非常非常的这个蓬勃，但是他的神气是越来越凝练。我爸爸自己就这么说过，他说我爸爸常常一下子，
一张大画，可能这种丈二匹的大画，他30分钟就把整个底子都给他擦完了。然后他会坐在那个地方就开始喝酒，就点支烟，喝杯酒，就在看。他说这个时候啊，他能把所有的东西都看见。这句话是我爸爸说的，我绝对没有错一个字。他说，我告诉你，画画其实要加，会加才叫会画。他说我就是在这里面能够看到这些地方能加的地方。他说只有我看到的地方加上去以后，别人会越看越有味儿。所以我爸爸喝酒以后，他的思维，他的那个脑筋的活动啊，会变得跟好像像坐禅一样的进入禅境。我觉得这是我没见过第二个这种喝酒法的人。Вот поэтому с того времени Фу Баоши получил прозвище «гений вина». А что же касается состояния этого гения вина в тот момент, когда он рисовал картины, был ли он пьян или не был, вероятно, знает только он сам. Наступил 1946 год. Фу Баоши уже прославился в мире живописи и встал в ряды крупных мастеров китайской национальной живописи. В октябре этого года Фу Баоши в качестве профессора вместе с Государственным центральным университетом вернулся в Нанкин. Хоть он и покинул Чунцин, но здесь сформировалась его непрерывная связь с вином, которая останется с ним до конца жизни. Это площадь 353 на улице Нандзиндунлу в Шанхае. В октябре 1947 года Фу Баоши, год назад вернувшийся из Чунцина в Нанкин, организовал здесь беспрецедентную по своему масштабу персональную выставку. Все выставленные экспонаты тут же были дочисто раскуплены. Вскоре после этого был заложен фундамент для строительства его дома в Нанкине. Двухэтажный домик номер 6 на улице Фухоуган в районе Сюаньу города Нанкин. Это и есть жилье Фу Баоши, которое он начал строить в 1948 году. Он и предположить не мог, что когда дом еще даже не будет закончен, в Китае произойдут огромные перемены. Октября 1949 года было провозглашено образование Китайской Народной Республики. Весь народ под руководством Коммунистической партии Китая с воодушевлением включился в строительство нового Китая. Новая эпоха принесла с собой новые требования к литературе и искусству, требования служить рабочим, крестьянам и солдатам, служить политике. В мире искусства западный реализм, ориентированный на контурный рисунок, стал главной тенденцией. В то время Государственный центральный университет, где Фу Баоши преподавал, был переименован в Нанкинский университет. В январе 1950 года художественный факультет университета ликвидировал учебные курсы введения в национальную китайскую живопись, каллиграфия, гравировка, печать и другие. Был прекращен курс истории искусств Китая, а через год художественный факультет был объединен с художественным факультетом Нанкинского педагогического института. 当时他们那个年代有一种说法, 认为中国画是不科学的, 太过感性, 太过陈旧, 与今天的火热的社会格格不入, 所以可以, 甚至必须淘汰。 Предшественником сегодняшнего Нанкинского педагогического университета является Нанкинский педагогический институт. Вот какую картину мы наблюдаем в аудиториях Института изобразительного искусства. Выразительные средства отличаются от средств традиционной китайской портретной живописи. Хоть и используются традиционные письменные принадлежности, но студенты обучаются согласно западному методу рисования контурного рисунка. Такого рода перемены проистекают из раннего периода существования КНР, так как Фу Баоши и другие педагоги искусств того времени провели реформирование китайской национальной живописи. Фу Баоши сказал одну фразу: «Время изменилось». 笔墨不得不变，就是说时代变了，艺术的表现要随着时代的变化而变化。还有一句，思想变了，笔墨不得不变。
Более 60 лет назад для мастеров китайской национальной живописи путь реформы не был такой ясный, как сегодня. Столкнувшись с политическим курсом «Искусство должно служить политике», Фу Баоши начал пробовать с помощью хорошо знакомых ему кисти и туши изображать богатые живописными смыслами сюжеты стихов Мао Цзэдуна. В этот период Фу Баоши нарисовал картины к поэтическим произведениям Мао Цзэдуна «Снег», «Великий поход» и «Гора Лео Паньшань», которые получили благоприятные отзывы на первой художественной выставке города Нанкина. Эта выставка принесла Фу Баоши неожиданный шанс.经过一百年的屈辱的中国半封建半殖民地毛泽东始终过日子他是代表一种向上的一种民族的自尊心提高了这一点傅抱石欣赏毛泽东也不奇怪。В июне 1959 года, когда наступала 10-я годовщина со дня образования КНР, в зал для встречи гостей только что построенного Дома народных собраний требовалось крупное полотно с пейзажной живописью. По рекомендации занимавшего в то время пост президента Академии наук КНР Бо Мужо, премьер Джо Энлай лично издал приказ перевести Фу Баоши в столицу, чтобы он вместе с живописцем Гуань Шань Юэ из Гуанчжоу создал это важное произведение, касающееся престижа страны. Чтобы успешно завершить это важное политическое задание, Фу Баоши не только несколько раз переделал черновик, но и изготовил специальные кисти для рисования. Он пользовался большой кистью и малярной кистью с ручкой длиной более 1 метра, размером с метлу. Для смешивания красок он использовал большие эмалированные тазы, за раз оставляя по 5-6 штук. Спустя более чем 3 месяца это огромное полотно пейзажной живописи, сюжетом которому послужили стихи «Снег», наконец-то было завершено. Картина получила одобрение со стороны высших руководителей государства. Мао Цзэдун собственноручно написал на картине «Как прекрасна страна». Это бывшее расположение резиденции президента в Нанкине. В саду резиденции президента в 60-е годы прошлого столетия располагалась Академия китайской национальной живописи провинции Цзянсу. В марте 1960 года Министерство культуры утвердило создание Академии китайской национальной живописи провинции Цзянсу, а Фу Баоши взял на себя обязанности президента Академии. С этого времени он оставил преподавание, стал профессиональным живописцем и лидером работников искусства Нового Китая. В тот год ему было 56 лет. Через полгода после того, как Фу Баоши занял должность главы Академии, возглавляя рабочую группу Академии китайской национальной живописи провинции Цзянсу, он отправился в длинный поход, чтобы рисовать на планере. Поход продолжался 3 месяца, было пройдено 6 провинций и 11,5 тысяч километров. Фу Баоши带着 一批 江苏省观光院的画家到 6个省去画画, 当时以反映当时代当代的那个山水风貌为主。 不是画古代的鲁瓦寺女啊，什么说啊，就是你看的什么画什么，所以它里面很多寿水建设的那个黄河大桥的那个电线杆呐那些，还有那个枣园的风光啊，画毛主席旧居啊。后来回来以后啊，61年，在北京搞了个画展，叫做《山河新貌》，轰动了全国，所以当时在北京影响很大，所以后来把傅抱石带着这批画家叫做新金陵画派。 Сегодня в Нанкинском музее люди по-прежнему могут увидеть работы Фу Баоши, нарисованные в походе длиной в 11,5 тысяч километров. В те годы именно эти картины подтолкнули движение преобразования китайской национальной живописи к исторической кульминации. С этого времени новая нанкинская школа во главе с Фу Баоши вышла на путь успеха в мире искусства. После этого Фу Баоши с другими художниками отправился к северо-востоку страны для путешествия и рисования на пленэре. Там он создал летучий водопад с озера Тяньши и другие картины, символизирующие новый облик эпохи и китайской национальной живописи.
Эти работы стали классическими произведениями Фу Баоши в процессе реформ и нововведений в китайской национальной живописи 60-х годов прошлого века. Это аэропорт Хунцяо Шанхая. В международном зале должен был висеть шедевр пейзажной живописи. В 1965 году, когда аэропорт Хунцяо только-только был построен, городской комитет КПК Шанхая принял решение пригласить Фу Баоши для создания картины китайской национальной живописи специально для аэропорта. Для Фу Баоши это был долгожданный шанс. Он всегда мечтал создать полотно еще большее, чем «Как прекрасна страна, более зрелая». Поэтому он принял приглашение и немедленно отправился в Шанхай. Эта фотография снята 28 сентября 1965 года, и это последняя фотография Фу Баоши. На ней запечатлен аэропорт Хунцяо. Это день, когда Фу Баоши покинул Шанхай. Чтобы выразить почтение известному художнику, городской комитет КПК Шанхая отправил специальный самолет, чтобы доставить Фу Баоши домой в Нанкин. Шанхай. 包括刘海粟啊什么的等等，好多人都请客吃饭，请客吃饭，请客吃饭就喝酒啊，喝的比较多，啊，然后坐上飞机，接着就坐飞机，哎，飞到南京。 Вернувшись домой вечером того же дня в прекрасном расположении духа, Фу Баоши, пользуясь приподнятым настроением от выпитого вина, у себя в мастерской размышлял над картиной для аэропорта Хунцяо и создавал небольшие черновики. До глубокой ночи он пребывал в таком настроении. Когда начало светать, его жена Ло Шихуэй совершенно не слышала доносящиеся из спальни наверху звуки храпа. Она полагала, что Фу Баоши еще работает в мастерской. Но когда она поднялась на второй этаж и зашла в мастерскую, там не было ни души. А в это время, вернувшись в комнату перед рассветом, Фу Баоши тихо скончался от инсульта. Он покинул этот мир, прожив 61 год.